Один раз. Добрый вечер, дамы и господа. Вас приветствует коллектив «Марин Маклюз». Что-то сегодня творится невообразимое. В студии Алексея Семеновича Козлова. Не случайно ему исполнилось 80 лет. Давайте, друзья, поздравим его все вместе. Совершенно великий, потрясающий музыкант, который внес огромный вклад в историю джазовой культуры нашей страны. Мы от лица «Марин Маклюз» также поздравляем Алексея Семеновича. Итак, дорогие друзья, очень важная информация, которую хочется сказать с самого начала, чтобы потом не говорить ничего. Мы хотим сыграть первое отделение блоком единым, совершенно не прерываясь, не делая никаких пауз, для того, чтобы вы могли просто насладиться музыкой «Маринбэ плюс». Спасибо, друзья!
Thank you.
qué pena, tengo yo una grande pena. Que me la partió como, que la madre me compré una, que me...
Turbante, mi amor, que ya...
Thank you.
Вот именно сейчас выдохнуть. Спасибо вам огромное. Вы сидели, слушали. У нас бежали, не знаю, как у вас, у нас бежали мурашки от того, как вы слушали. Поэтому через буквально 7-8, давайте договоримся так, ну 9, максимум 10 минут, мы вернемся. Дорогие друзья, мы начинаем второе отделение с композиции, которую мы посвятили. Причем и первая вещь, и нон-стопом вторая композиция. Это два авторских посвящения «Маримба Плюс» разным событиям. Итак, первая композиция называется R2D2. Я думаю, что многие ее уже знают, многие видели видео на нашем канале, на YouTube. Вообще, огромное количество видео мы выложили с нашего 15-летия из Дома музыки, поэтому, дорогие друзья, вы можете смотреть. Мы очень хотим выпустить именно из этого концерта, сделать концертный DVD на Blu-ray. Итак, композиция называется R2D2, и посвятили мы ее тому самому замечательному, очень милому, очень интересному персонажу. Это был андроид, робот, если вы помните, такой кругленький, маленький. Итак, переносимся с вами в «Звездные войны» R2D2. Вы готовы? Thank you.
Спасибо. И следующую композицию мы посвящаем удивительной, волшебной, неповторимой певице Бьорк Гудмундсдоттер. 14-го, если не ошибаюсь, декабря ей исполнится ровно 50 лет. И поэтому мы сделали от Маринго Плюс ей такой музыкальный подарок. Композиция называется «Альдебаран». Thank you.
Thank you.
Quema la candela.
Юлия Маликова, труба флюгельгорн. Сергей Нанкин, кларнет, бас-гитара, бокал. Евгений Ярин, бас-гитара. Денис Назаров, гитара. Дмитрий Сапожников, барабаны. Перкуссия, маримба, композитор Лев Светлер. Спасибо большое, друзья. Огромное спасибо еще одному участнику нашего коллектива. Без него мы никуда.
Никита Белых, наш звук, встань, пожалуйста, Никита. Волшебник звука, Никита Белых. Маримба плюс.